Привет, ребята! Вы на канале «Домашние питомцы», с вами я, Света, и сегодня у нас будет эксперимент! Сейчас вы узнаете, какой. Лисенка вот здесь ждет сюрприз. У нас были такие вот конфетки, я в эти конфетки, вот в эти штуки положила всякие зернышки. Интересно, сможет ли он их найти. Лыс! Так, вот здесь я прикрою вот эту штучку, вот он может сюда залезть. Там тебя сюрприз ждет. Ой, потягушки, да? Вот это он салфеточки за собой потащил. Там тебя сюрприз ждет, давай. Я знаю, малыш, ты сможешь найти сюрприз. Ребята, он сможет найти сюрприз, как вы думаете? Давайте посмотрим. Так, сейчас он пошел в свой любимый уголочек. Он его там может немножко погрызть, потом он его пометит и потом пойдет дальше. Ребята, подоконник здесь у нас теплый, вот, поэтому здесь нет сквозняков, так что с ним все будет хорошо, сквозняков здесь нет. Так, Лейс у нас решил умыться. Кстати, он сам вышел из клеточки. Вот вы представляете, он сидит, умывается, а здесь, ну вот. Здесь получается сушеный банан. Вот здесь орешек, здесь семечко обычное подсолнечное, а вот это вот тыквенное семечко. И он никак не найдет. Лейс, там тебя вкусняшка ждет. Давай, ищи. Ищи, зайка, ищи вкусняшку. Нет, здесь вкусняшки нет. Не пущу в клетку, пока не найдешь вкусняшку. Ищи вкусняшку, говорю. Ищи вкусняшку. Я знаю, что когда он найдет вкусняшку, он очень и очень сильно обрадуется. Где вкусняшка? Где? Ищи вкусняшку. Ищи, мой хороший. Не-не-не, тут нет вкусняшки, нет там вкусняшки. Ты иди ищи вкусняшку. Да нет, тут вкусняшки нету. Нету, он чувствует запах, видите, от моих пальцев. Давайте закроем клеточку, чтобы у него не было соблазна зайти в клетку. Я знаю, что он обрадуется, когда найдет вкусняшки, но он, походу, не понимает, что они там есть. Давай. Давай, тебе надо все посмотреть. Ты же охотник, ты должен добыть себе еду. Добыть пропитание. Давай, надо добывать себе пропитание. Я знаю, что у тебя всегда в миске есть еда. Ну а как же эти инстинкты, ну? Давай, найди еду. Ребята, дружно ждем. Рано или поздно он сообразит, что нужно пойти просто вон туда. Сейчас пока что он не понимает, почему его клетка закрыта, когда она всегда открыта. И что хочет хозяйка? Что хочет этим сказать хозяйка? Да? Лейс, надо, наверное, было туда что-нибудь очень пахучее положить, типа тыквы. Чтобы он наверняка почувствовал запах, что там что-то есть. Нет, сюда тебе не надо. Не надо тебе сюда. Иди туда, ищи вкусняшку. Ищи, малыш. Дайте преградим ему путь. Все, не пойдешь ты к клетку. Не пойдешь, ищи вкусняшку на другой стороне. Поможем немножко Лейсу найти вкусняшку. Лейс, иди ищи вкусняшку. Иди ищи, говорю. Иди ищи вкусняшку. Может, ее поближе ему, а то он ее, походу, вообще не чувствует и не замечает. Давайте, наверное, немножко вот эту штучку мы подвинем. Вот так вот, а чуть-чуть поближе. Он же должен почувствовать запах вот этих вот орешек. Нет, по-моему, он не поймет. Ладно, давайте конкретно поможем Лейсу. Что-то он так себе у нас охотник. Давайте сделаем вот так. Ну... И что это тут такое? А? А что это? А что это такое? Орешек! Какой ты молодец! Ты нашел орешек!
ты нашел семечку, смотрите, семечку нашел. Да, а что тут еще есть? Ага, банан сушеный. Лейс нашел сушеный банан. Там что-то, там тыквенное семечко, смотрите, вот так, и тыквенную семечку нашел. И тут еще орешек. Все нашел, ты мою маленькую радость. Он все-все-все нашел. Здорово-то как! Какой молодец! Ну, моё же ты конфетка! Моё же ты конфетка! Все нашел! Молодец! Умница! Ай, молодец! Вот такой у нас умненький Лейс! Все нашел! Просто чудо! И хочет добавки, видимо. Знаете, в следующий раз я, наверное, так же сделаю. Мне кажется, это очень интересная игрушка. То, что он заглядывает вот эти вот ячейки. Прикольная, 8 штук, которые можно использовать в качестве игрушки для хомяка. Так что очень даже прикольная коробочка из-под конфет. Да, Лейс, он теперь и смотрит в эти ячейки, ищет еще там вкусняшки. В следующий раз я обязательно положу тебе еще вкусняшки. Ребята, если хотите, чтобы в следующий раз я также сняла видео и уже положу вкусняшки во все ячейки, и знаете, что я, наверное, сделаю? Сейчас я вам покажу. Вот эту штуку можно вот так прикрыть. И чтобы полностью добраться вон до тех вкусняшек, Лейсу надо будет вот так вот подвинуть лапками их. Видите? Вот они вот так закрываются, и чтобы добраться вон до тех штук, ему надо будет подвинуться так лапками. Поэтому, ребята, если хотите, чтобы было такое видео, обязательно поставьте лайк. Как только наберется 30 лайков, я сниму продолжение. И уже как раз-таки с закрытой коробочкой. Будет очень интересно, догадается он ее открыть самостоятельно или нет. Возможно, даже догадается. Поэтому ставьте этому видео лайк. А я, наверное, открою Лейсу клеточку, и он пойдет кушать свой найденный клад. В общем, любите животных, подписывайтесь на мой канал, и всем пока, до новых видео. Лейс, скажи всем пока, сейчас тебе открою клетку. И Лейс вам говорит, всем пока. Да, Лейс? Да. Ты же мой хороший, сейчас все-все. Открываем. Открываем. Осторожно. Заходи. Всем пока.